Впервые в Иркутской области реальный тюремный срок получил злостный нарушитель правил дорожного движения. К одному году заключения в колонии общего режима 21-летнего водителя приговорил Усольский суд. Виновник проживает там же. Он осужден за неоднократное вождение в нетрезвом виде. За 3 года стажа к ответственности молодой человек привлекался более 30 раз, в том числе и к уголовной. Сколько раз садились за руль в пьяном виде? 12 раз. Сам садился за руль. Мысль признаю полностью, раскаиваюсь. Известно, что молодой человек 7 раз привлекался за подобные правонарушения. Ранее он получал административные аресты, а также выплачивал крупные денежные штрафы. С таким багажом злостных нарушений водитель только по счастливой случайности не спровоцировал смертельных ДТП. Похоже, подобная судебная практика может стать обычным явлением и для ангарчан.